Доминик, поделись эмоциями от победы над чемпионом страны. Конечно, эмоции хорошие. Новый стадион, открытие. Для нас очень важная игра. Мы успели победить. Это самое главное. А что сегодня тяжелее всего давалось? Что, против кого, может быть, тяжелее всего было играть? Ну, против Промеса. Он быстрый, он обыгрывает хорошо. И против Зелуиша. Он хорошо прыгает. Но мы успели его заставить, и все. А ты сегодня играл первый матч в этом году, сразу в основном составе. Насколько тебе тяжело было? Ну, конечно, чуть-чуть тяжело в начале было, потому что много пропустил. Но как шел матч, я все лучше и лучше начал играть. Ну и сейчас все говорят, что Урал сделал Локомотив чемпионом. Приятно участвовать в золотой гонке таким образом? Ну, конечно, да, приятно, потому что мы выиграли.